Thank you.
Итак, друзья, сегодня в изготовлении изделия нам помогал многофункциональный трубогиб Дина. Трубогиб оснащен тремя ведущими валами, что обеспечивает надежное сцепление и исключает проскальзывание. Рамы из 6-мм стали и станины из 4-мм стали. Сварные ребра жесткости строго параллельные. Оксидированный металл и порошковая покраска делают трубогиб Дина устойчивым к коррозии. Регулируемая ручка позволяет менять радиус вращения в зависимости от изделия и увеличивает производительность в 3 раза. Рама вращается от 0 до 120 градусов. Рекордный радиус изготовления колец до 100 мм. Базовый срок эксплуатации 15 лет, а гарантия от производителя 3 года. Трубогиб может быть полезен в изготовлении лофтовой мебели, а также теплиц и навесов. В качестве дополнительной оснастки можно приобрести валы для круглой трубы, центробой для прямоугольной трубы и оснастка для сгибания профильной трубы в угол. Справиться с трубогибом Дина могут даже женщины, так как трубогиб не требует особых усилий в работе. Заказать трубогиб Дина со скидкой 500 рублей можно по ссылке в описании. Итак, друзья, получился вот такой вот козырёчек. Козырёк в стиле хай-тек. Делал подобное изделие первый раз. Получилось или нет, об этом судить, друзья, только вам. Повешал пока себе на гараж. Заказчик устанавливать уже на место будет сам. Козырёк изготовленный полностью из трубы 20 на 20, без использования дорогих станков, как часто любят писать в комментариях разные тролли. Вот такой вот получился результат. Если видео вам понравилось, друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем мира, добра, до новых встреч в следующих роликах.